Приветствую вас, Екатерина. Давайте разберем ваш вопрос. Мне кажется, что вот этой вот силой, с которой вы готовы бороться на постоянной основе, являетесь в том числе и вы сами, потому что вы называете свою установку, вы называете свой выбор, а это ваш выбор, как к нему, ну, как бы к нему мы не относились, да, но это ваш выбор. Так или иначе, это ваш выбор. И мне кажется, что, как и любой, абсолютно любой человек, другой человек, вы имеете право. Вы имеете право на этот выбор. Вы имеете право на него. Ну, на выбор, на свой выбор. Вот. А мне кажется, что вы себя в глубине души этого выбора лишаете. Мне так кажется. То есть я, конечно, не уверен в этом, да, я могу ошибаться, но мне кажется, что вы себя этого выбора лишаете. Вы как будто бы говорите что-то типа того, что вот у меня мышление ненормальное, вот у меня мышление неадекватное, ну, я так считаю, я так думаю, вот, и там, не знаю, я хуже других, вот, из-за этого. Например, я считаю себя хуже других. Вот. Значит, откуда у меня такое идиотское мышление? При этом я так вот подозреваю, да, что, ну, что вы не будете, например, вникать в то, каким образом такая ваша позиция сформировалась, например, да? То есть, ну, как так вот получилось, что у вас вот такая точка зрения появилась. Вот. Вы не будете обращать внимание на то, почему вы там так вот на это реагируете, например. Вот. Почему вам это важно? Ну, за счет чего вам это важно? Например. То есть вы не будете на это все обращать внимание. А по факту это очень важный момент. Потому что это не мышление. То, о чем вы говорите, да, это не мышление. То, о чем идет речь, это в большей степени, это потребность. Это потребность. И вы
пытаетесь естественным образом, свои потребности удовлетворить. И, как мне кажется, это в данном случае вполне нормально. В данном случае абсолютно нормально, что вы пытаетесь удовлетворить свои потребности. Вот. А другое дело, какие это потребности? Тут ведь тоже могут быть нюансы. Это не обязательно те потребности, которые вы думаете, что это вот ваши потребности в интимной сфере. Это может быть и совсем другая история. Это может быть история, например, про тревожность, допустим. Это может быть история про потребность в любви, про желание, там, не знаю, чувствовать себя важной, значимой, ценной, нужной через интимную сферу. Ну, потому что вот такой у вас опыт. Может быть, это и потребность в удовольствии, которую вы также пытаетесь этим способом удовлетворить. И лично я в этом ничего плохого не вижу. Ну, при условии, если вас все устраивает, если вам все нравится, и если вы не испытываете, какого-то негатива, скажем так. Потому что если негатив какой-то вы испытываете, если негатив какой-то есть, если есть в определенной степени тяготение, да, если вот имеет, ну, если имеет место быть тяготение, то, конечно, это позиция для вас деструктив. Вот. Важно, чтобы вы для себя, на мой взгляд, постарались прочувствовать. А чего я хочу еще? Или что мне хочется в этом? Только ли этого, например, мне хочется? А может ли быть, например, вот такой момент, допустим, что мне хочется чего-то другого, что мне хочется чего-то еще в этом, вот в том, что в том, что я делаю. Понимаете? Вот. Ведь такое тоже может быть, понимаете? Поэтому мне кажется, что глобально вы выступаете сами для себя той силой, вот, которая подавляет, которая подавляет вас, мне кажется. И для меня это позиция, конечно, является, в какой-то степени
деструктивный, потому что, ну, я в этом вижу угрозу вам. Вам, на мой взгляд, надо бы принять свою реальность психологическую, в которой вы живете, психологическую, физиологическую реальность нужно принять, в которой вы на данный момент живете. Вот. И дальше уже смотреть, что в ней есть еще такого, на что вам имеет смысл обратить свое внимание. Вот. И вот где-то после того, как вами будет это осознанно, после того, как вы это все для себя осознаете. Вот после этого, мне кажется, вы получите реальный шанс, нет, не изменить себя, да, потому что, ну потому что вам, вот, с точки зрения той позиции, которая мне близка, да, вот, я считаю, что человеку по большому счету меняться, именно меняться, да, не нужно, по большому счету. Мне кажется, что в большинстве случаев человеку ну, как бы достаточно просто послушать себя. Вот. В большинстве случаев человеку достаточно просто ну, послушать себя, да, там, прислушаться к себе, вот, и все. То есть человеку этого достаточно. То есть ему не нужно больше, вот. То есть не нужно, там, не знаю, пытаться заставлять себя быть кем-то, кем вы, например, не являетесь, да? Вот, а мне кажется, что именно это вы пытаетесь сделать в первую очередь. Вот, мне кажется, что именно это вы пытаетесь сделать. Вы пытаетесь быть кем-то, кем вы не являетесь. И вот это вот, на мой взгляд, то, что вам категорически мешает, то, на мой взгляд, что вас очень сильно напрягает, это то, на мой взгляд, что не дает вам спокойно жить, это то, что постоянно оспаривает вашу потребность, какой бы она ни была. Да, это то, что оспаривает вашу потребность, какой бы она ни была, что бы она из себя не представляла. Вот. И принуждает вас постоянно с ней бороться. Постоянно не бороться, а бороться, ну, за нее, условно говоря. Вот. И, на мой взгляд, ну,
хорошего в этом вряд ли что-то может быть для вас, как мне, по крайней мере, кажется. Вот. Поэтому я бы работал здесь над определением своей способности, над отхождением, ну, над, может быть, отходом, так, может быть, правильно было бы сказать, отход от позиции, что где-то у кого-то есть нормальное мышление, а у кого-то ненормальное мышление, и соответственно, позволить, там, образно говоря, себе, позволить себе чувствовать и быть такой, какая есть вы сейчас, и проживать это, и наслаждаться этим. Вот. И другому человеку, каким бы он ни был, позволять делать то же самое. То есть позволять другому человеку быть тем, каким он является. Вот. Мне кажется, это сделало бы вас гораздо более свободным, чем вы являетесь сейчас. Вот. По моему такому вот скромному, ну, по моему скромному мнению, скажем так, вот. По моему, ну, по моей вот такой скромной позиции, как это я себе вижу, как это я себе представляю и так далее. Вот, хотя я даю себе отчет в том, что вы, безусловно, там, можете со мной не соглашаться, вы, безусловно, можете мне возразить. Вот, и я надеюсь, очень надеюсь, что это произойдет, потому что в таком вот возражении, как мне кажется, и есть как бы основание для роста, как мне кажется. Повторюсь. То есть, мне кажется, очень здорово и хорошо, что, что вы, если бы вы смогли что-то выразить, ну, например, мне, вот, или поговорить об этом, если бы вы смогли пообщаться об этом, если бы вы смогли, поисследовать это вместе с нами, вместе с специалистами, с психологами. Вот. И смогли бы научиться ценить и проживать то, что вы чувствуете, то, что вы ощущаете. Вот. Но я не буду скрывать, я посмотрел ваш профиль, я посмотрел и за все время, что вы на сайте, а вы на сайте с 2014 года, за все время, что вы на сайте, вы не взяли ни одной платной консультации у специалиста при том условии, что вы регулярно задаете вопросы, но я полагаю, что помощь вам нужна, как нужна вам регулярная терапия, например,
Вот, но вы вот этот момент регулярной терапии, вы его этот момент, судя по тому, что я могу видеть, вы его отторгаете, вы его отвергаете. Вот это очень грустно, потому что вам можно помочь, вот мне кажется, у вас, на мой взгляд, по крайней мере, я могу ошибаться, конечно, но на мой взгляд, у вас далеко не самый тяжелый случай, далеко не самая тяжелая форма проблем, ну, проблематика. Вот, и помочь вам, как мне кажется, вполне реально, но для этого вам нужно захотеть, для этого вам нужно решиться на инвестирование времени, сил, финансов, конечно же, вот, в себя, в свое психологическое здоровье, если оно вас волнует, если вы хотите, ну, в какой-то степени гармонии, да, вот, не отказа от того, что вам нравится, не отказа от того, что вам хочется, не отказа от того, что вас целиком полностью устраивает, а именно вот, именно, если вы хотите гармонию, потому что мне кажется, что, ну, вы, вот, в какой-то степени, да, вы просто стыдитесь того, что, ну, вам хочется, вот, и мне кажется, это очень измождает, мне кажется, это очень утомляет, мне кажется, это, ну, по сути, дает основание жить в постоянном напряжении. Вот. И лично я хотел бы вам помочь. Вот. Но я не знаю, насколько вы сами к этому расположены и расположены ли вообще. Потому что если да, если вы расположены к этому, то с большим удовольствием вам помогу. Например, я. Вот. Ну, а если нет, нет, ну что ж. Значит, тогда вам остается сделать только то, что рекомендуют специалисты. Вот. Вам остается делать только то, что советуют психологи. Вот. То есть, ну, в данном случае, вот, ну, в контексте того, о чем я, например, говорил в своем ответе вам. Вот. На этом все. Я надеюсь, что мой ответ вам был полезен. Надеюсь, что вы для себя какие-то выводы обязательно делаете. Я надеюсь, что вы сформулируете обратную связь, вот, которая послужит началом психотерапии. Вот. Ну, ваша психотерапия. Вот, я надеюсь, что вы решитесь на нее. Вот. Всего вам самого доброго, удачи,
Вот, и надеюсь, что ваша ситуация будет самым лучшим образом разрешена.